Роман учится в школе и активно занимается велоспортом. В свои 15 уже взял бронзу на этапе чемпионата России среди юниоров. Говорит, что тренируется каждый день. Самая дальняя дистанция на двухколесном коне – 116 километров. Я поехал в сторону за Звенигород и доехали до дачи товарища. И обратно. Теперь Роман вместе с командой и педагогом из спортшколы будут ездить на велотрассе, которую оборудуют в парке Малевич. В программе благоустройства предусмотрено почти 11 километров дорожно-тропиночных сетей. Они дополнят уже существующую велоинфраструктуру. Мы очень верим в то, что веломаршруты в ближайшее время будут набирать обороты и развиваться. И территория парка культуры, спорта и отдыха, которая находится в Одинцово, Звенигородские территории, территория Голицына, все будут соединены едиными веломаршрутами для того, чтобы наши жители могли кататься и наслаждаться всеми видами нашего округа. Александр с велосипедом не расстается с самого детства. Член сборной России сегодня преподает в спортшколе. Говорит, что для развития этого направления очень важно строительство протяженных и хорошо оборудованных велотрасс. Она действительно очень актуальна. Здесь заниматься удобно и, в первую очередь, безопасно. Поэтому с детьми мы проводим здесь много времени. Работы идут по графику. В скором времени у всех любителей велопрогулок появится еще одна трасса. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».